Здрасте, друзья, с вами, как всегда, Роман 0602 и никто другой. Сегодня мы играем в Гугле, как в Гугле. Ну, то есть так, у меня нет интернета, и тут мне предлагает вместо того, что найти запрос, просто поиграть. Это место игры, я не знаю, если у вас нет, чтобы, если вы хотите поиграть в нее, то просто отключайте интернет. Сейчас я... Главное не врезаться в птичек, в туч, в гроз всяких, туман, в дождях всяких, то есть ни в кого не надо врезаться, ни в какое облако, ни в какое всякое, там так перекосякое, всякое такое бывает на перекосяк. Так, а нас тучка. Ты вовсе не медведь. А как приятно тучки бить маленьких облачек. Ладно, обходим их, обходим. А, я на грани. Да я просто коснулся ногой. Я не ударился электричеством. Вам показалось. Ребята, не верьте Гуглу. Это не я. Так, 115, как тут, да я не случайно, я наткнулся, я просто упал, что я там, разобьюсь что ли, я не понимаю. Так, птички, у них острые крылышки. Острый, нет, особенно острый клюв. Как такое Гуглу можно догадаться? Вы такое, наверное, часто не видите? Нифига. Ой. Так. Какие птички? Да я на них попой упал. Это не считается. Да я просто там в космос улетел. Чё там? Облачки в космос могут полететь. Чё они там? Вдруг они там будут жить? А ты там просто в космосе врезался? Или он там вообще сгорел? Смотри, я про облака. Сколько птичек, сколько злых грозы всякие. Грозы всякие, грозочки, гроза. Да. Летающее облако, бублока, гуглока, гуглока. Что там? Ты что там? Что там? О! Идеально! Я врезался. 125. Я не понимаю в этой игре. Как здесь? Нужно просто... Я в животом просто врезался! Что в этом такого? Живот уже не острый. Чё там? Просто животом врезался. Птичку. Почему это не считается? Сейчас узнаю, где эта птичка. Так. Ай. Ой. Ай-яй-яй. Бабаль-баль. Гль. Дэй. Ван. Кэн. Да я думал... Я почти бы... Хвостом, я же просто хвостом задел, хвост не считается. Ох, 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 ох. Сейчас прикол, я встречу в конце коронавирус. Это будет хорошо, будет идеально. А, да птички меня просто окружили. Проклятые птички.
злые птички из Ангрибенца просто реально взрыли птички. Птички. Спички. Птички, спички. Пока-пока. Так. Что-то там сзади у меня реклама. Мне реклам достаточно. Точки между точками пролетаем. До свидания. Дынь-дынь. Так. О, дождливые тучки. Тут 22:58. Почти бы. Вот почти бы. Если бы я не задел бы тучу, я бы дошел бы до 30. Ну, да. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, да я... Да я не задевал. Я не задевал. Проклятие Гренни. Ага. Опа. Убегаем. Улетаем, точнее. Да я не случайно. Давайте-ка на таком видео мы закончим. Мы завтра продолжим, а уже времени нет. До свидания.